Я использую выражение «индивидуация» для обозначения того процесса, который производит психологическую индивидуальность, то есть обособленную, неделимую единицу, целостность. Индивидуация означает стать единичной сущностью, и поскольку под индивидуальностью мы понимаем нашу глубинную, внутреннюю, предельную и ни с чем не сравнимую уникальность, стать собственной самостью. В силу этого индивидуацию можно было бы переводить и как самосозидание или самовоплощение. Я все время сталкиваюсь с тем, что процесс индивидуации путают с процессом осознания «я» и тем самым идентифицируют «я» с самостью, в результате чего возникает безысходная путаница в понятиях. Ведь вследствие этого индивидуацию называют обыкновенный эгоцентризм или аутоэротизм. Но самость подразумевает нечто бесконечно большее, нежели просто «я». Она в равной мере объемлет и то, и другое, и «я». Индивидуация не исключает мир, но включает его в себя.